На днях рязанские полицейские задержали 50-летнего жителя Шиловского района. Адреса прописки в его паспорте не было, зато судимости в жизни мужчины, по словам правоохранителей, присутствовали. Сейчас ему вменяется порядка полутора десятков хищений из квартир и домов. Хотя сам воришка утверждает, что от его рук пострадало куда меньше народу. Ты так давно этой деятельностью занимаешься? Совершил, не знаю, сколько там, я не знаю, 9 или 10 краж. А ты судимый? Да. Ранее? Да. По каким статьям? Да. По каким статьям? 158-й последний раз были, вторые. Дали 2 года срок. Сотрудниками управления уголовного розыска была получена оперативная информация о том, что гражданин, житель города Рязани, ранее судимый, совершает на территории города Рязани и Рязанской области кражи из квартир, магазинов, офисов. В ходе отработки данных материалов, информация, данный гражданин был задержан с поличным после совершения очередного преступления. Шиловский форточник орудовал не только в своем родном районе, но и в Старожиловском, Спасском и даже на территории Рязани. На жизнь хватает, да? Ну, не то, что хватает, но живу потихоньку. В преддверии новогодних праздников полицейские призывают рязанцев быть бдительными. Как правило, в этот период учащаются случаи квартирных краж. В связи с этим в декабре, а также первой половине января, сотрудники полиции в Рязани и по области проводят специальные рейды и увеличивают количество патрулей на улицах.